Ну, я думаю, понимаешь, натяжка тут небольшая, это... Тогда их имеет смысл не три сюда вбухивать, а штук, ну, не знаю, пять хотя бы на будущее, если на продажу так. Ну, можно пять. Вы поработаете, ты посмотришь, как она будет, это самое. Да нет, я уверен, что работа. Она вообще не будет рваться. Так вот, я поэтому не стал. Вот смотри, тут одно и тут три, потому что их тоже доставать. Я искал тогда, в кемпе последнее забрал. Если там большой пучок их купить, это другое дело. Нет, это место изменено. Ты его видел. Вот это где непосредственно сам клещ. Конечно, он не так выглядит в оригинале, он обрезан полностью. Нет. Он обрезан с этой стороны. Он с этой стороны обрезан. Вот тут. Вот этот вот кулачок, который. Он же не идеально круглый. Да. Он яйцеобразный такой. Да, он яйцеобразный, да. Там трение постоянно происходит. И он такой отполированный за счет. Ты смутил, что он весь такой блестящий? Ну, за счет вот этого он и блестит. Ну, кстати, туда же еще и масло добавляется. Я вот сюда уже смазывал. Да. В этот самый фетр я масло добавлял. И вообще, я вот здесь вот по всем, по этим уже масло прошел. Угу. Масло прошел. Отверточку сюда нажимаешь, оттягиваешь, чтобы это все зашло. Ну, вот эту ножку оттащить, пружину, чтобы туда обратно все запихнуть. И там даже не надо ни регулировки делать, ничего, потому что все остается на своем месте. Да не, два винта там справа и все. Вот это уже. Это тут, что? Честно говоря, хоть смотри, что-то разбирать. Смотри, брался пасек и пить. Саш, я думаю, что тут каждую неделю разбирать не надо. Дай бог, вот этот пасек, он долговечный. Единственное, вот будет, например, чуть-чуть не шаг, можно ослабить. Да это и все. Там ослабляешь две, и просто вот эту вот штуку, квадрат, ее смещаешь сюда, понимаешь, чтобы вот этот шток уже свободно пошел. Здесь делаешь зазор вот такой вот нужен, чтобы просто завести эти пасеки. Заводишь их сюда и ставишься на место. Нет, если с учетом того, что эти пасеки у нас все время рвались один раз, один пасек. А тут три запасные. Но и то на какой-то мотор в России, которая, по-моему, тестовая какая-то была одна из первых. Но, в общем, может, еще от редуктора, может, там из-за редуктора цеплял какой-то мост, понимаешь, там, по-моему, пластиковый был, если честно. Там Капролон. Капролон. Белого цвета такой. Он по нему просто скользил и быстро вытер. Ну его протерло просто. А потом появились вот такие уже, где он не скользил. Он скользит, там желобок становится. Тут получается металлический. Не, редуктор хороший, мне понравился. Лучше, да, потому что он, наверное, более шершавый. Он не скользит, а именно. Во-первых, тут и не пилит его. Во-первых, тут масла столько не надо. Те грязные были. Понимаешь, здесь одну каплю масла дал. А мы масло вот куда только капаем, исключительно. Да, на ось. Нет. Вот смотрите. Вот тут вот двигатели, вот я могу иголкой даже ткнуть туда. Куда? В самом деле? Да, там дырка есть у двигателя. Здесь есть дырка. Ну это и есть ось. Для смазки двигатель. Вот только в нее и капает. Я про редуктор. Так это, наверное, брызги просто текли и разбрызгивал. Не знаю, я старые смотрел, столько это делал. И цепи все в целидоле. Вот одна вот здесь дырка. Саш, я знаю, где смазывается. Я знаю. Единственное, что может с нее потом потекал и разбрызгивал из инерции. Не, я смотрел здесь, все в целидоле было. Ну это брызги. Потому что не было слышно никакого. Единственное, смотри, цепь я немножко не затянул, когда я ее снимал. А может ее не надо, Саш, оставь, наверное, даже так. Она разболтающая. Ну чуть-чуть ее тогда придави, да. Как раз видно. А то потом будет, как вот у нас обычно. Это я когда красил, вот это вот все разбирал, вынимал. Ты хотя бы одну сторону там чуть-чуть. Чтобы перекос не пошел. Ну все. Я имею в виду вот сюда, на редуктор, понимаешь? Вот чуть-чуть вот сюда, на ось, одну капельку просто дал.
и все. Но чтобы он редуктор легче, кстати, протирать, потому что... Когда он на этом самом вращается, это получается как подшипное скольжение. Я сначала пару штук сделал с обычным подшипником, от вентилятора выламывал, маленькие такие, он мне записывал, потом говорит, нахрена они тебе нужны. Давай, говорит, сделаю вот так, и будет все нормально, точно, точно. Вот он сделал. И это довольно-таки хороший, хорошо получилось. Я понимаю, что это основное, это так. Знаешь, попробуешь. Были зеленые, стали золотые. Да. Интересно. Я мечтаю, когда они станут оранжевыми. А почему именно оранжевый? Красный. Люблю я оранжевый цвет. А я считаю, будущее он за этой, как его, за резиновой краской Rubber Paint, или как он там называется. От него камни отскакивают, мелкие вмятины, машины не царапают. Ну, да. То есть она проминается до какого-то объема и потом обратно. Кажется, я это видел на машинах. Хочешь сказать, закатать ее в резину? Резиновая Русь?